Гулять. Гулять. Веселиться. С друзьями. Да. Сходить в кино. Погулять. И поспать, главное. С классом отдохнуть, ну, куда-нибудь сходить, там, на природу. Почти в каждой школе, исходя из желаний учеников, составляется свой план мероприятий на предстоящие каникулы. Мы ходим, смотрим на выставки, вот, на концерты всякие, тут театральные постановки смотрим. И вместе с классом тоже нас классные руководители водят для общего образования. Этот школьный план составляется в соответствии с тем, что предлагает город. И, как оказалось, Димитровград может занять каждого. Игровые программы, спортивные состязания, интеллектуальные игры. Станция юных натуралистов приглашает ребят на экологический капустник, экологический праздник, театральные представления. А также каждый день будут проходить спортивные мероприятия. Город подготовился к осенним каникулам. Главное, чтобы у детей было желание принять в них участие. Разнообразие, вот именно досуг, каникулярный период, подвижные игры и общение со сверстниками в такой нешкольной обстановке, конечно, детишек сближает. И хороший такой заряд бодрости даст потом уже на следующую учебную четверть. Подробный план мероприятия можно посмотреть на портале 3сосны.рф. Евгения Кремицкая, Виталий Немов. Новости Димитровграда.